Вопрос о сложении полномочий городского главы Запорожья Александра Сина на ближайшей сессии горсовета, запланированной на 5 марта, рассматриваться не будет. Об этом было заявлено поздно вечером во вторник на заседании с участием депутатов горсовета и представителей Евромайдана. Кроме этого, была озвучена общая позиция относительно дальнейшей судьбы памятника Ленина, расположенного на одноименной площади в областном центре. Продолжит Павел Васильев. Краткая предыстория. В понедельник городской глава Александр Син заявил, что на ближайшей сессии будет принят ряд кадровых решений. Пост первого зама городского главы предлагается активисту Евромайдана Игорю Артюшенко. Кресло секретаря горсовета должен занять депутат горсовета от Батьковщины Виктор Острянский. Сам Александр Син намерен был предложить депутатам проголосовать вопрос снятия с себя полномочий градоначальника. Однако согласительный совет, а без него проведение сессии невозможно, во вторник так и не собрался. Я обещаю, что треба прибрати третій пункт. Як, ну, мені важко, в принципі, про це казати. Тобто, ну, я один з тих, хто вимагає відставки міністрів і голови, але розуміючи важкі ситуації, коли дійсно в місті дисбаланс, коли міська рада не може працювати, коли... Да, тому, виходячи з цього, Запорізький майдан змінає вимоги щодо вашої відставки. Майдановцы подчеркнули, вопрос отставки Александра Сина снимается лишь временно, и они к нему обязательно вернутся. Со своей стороны городской голова еще раз заявил, что за должность не держится и готов покинуть ее в любой момент. Александр Син предложил свой вариант скорейшего созыва сессии – переформатирование горсовета, создание нового большинства на внепартийной основе. Если мы сформируем сегодня количество депутатов достаточное для принятия решения и кворума. Я считаю, что для того, чтобы дальше обеспечить нормальную возможность работы городской власти, нам нужно этому большинству вместе с лидерами политических сил, в том числе и не входящих в городской совет, сформировать исполком народного доверия и исполнительные органы народного доверия. И учитывая, что у нас будет это большинство, мы реально сможем быстро на сессии горсовета принять все соответствующие решения. Судьба памятника Ленину – еще одна тема вчерашнего обсуждения в горисполкоме. Александр Син попросил представителей Евромайдана высказать консолидированную точку зрения по этому вопросу. Майдановцы заявили, памятник им не симпатичен, но захватывать площадь и сносить его они не будут. Вопрос необходимо решать в правовой плоскости.